уважаемые гости нашего музея. Рады вас приветствовать на очередном нашем музыкальном вечере. Сегодня перед вами выступит дуэт The Tribute и Александра Селида. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас здесь, в этом замечательном музее, на необычном концерте. Это будет концерт-спектакль, и повествование на нем будет вестись от лица сестры Моцарта. Сейчас она придет. Она задержалась по дороге. Дорогая моя сестрица, я и вправду от всего сердца надеюсь и радуюсь, что ты так хорошо повеселилась. Но ты можешь подумать, что я не развлекался отнюдь. Я даже посчитать не могу. Раз 6 или 7 мы определенно были в опере. В ближайшее время я пошлю тебе минуэт, который мсье Пик танцевал в театре. В нем много нот. Почему? Потому что это театральный минуэт, и он играется медленно. Я вас заверяю, что я жду с невероятной озабоченностью во все почтовые дни письма из Зальцбурга. Надеюсь и совершенно не сомневаюсь, что вы чувствуете себя хорошо. Итальянская война, про которую так усердно говорят в Германии, и про здешнее укрепление замков – все неправда. Простите меня за плохой почерк. Прощайте, не забывайте обо мне. Всегда ваш верный брат Вольфганг Амадей Моцарт. Милан, 7 сентября 1772 года. Четыре пьесы 5-летнего Вольфганга, записанные его отцом Леопольдом Моцартом. Thank you.
приносил новые доказательства необычайного музыкального таланта Вольфганга. В Лондоне 8-летний Моцарт пишет еще 6 сонат для клавесина в сопровождении скрипки и встречается с младшим сыном Иоганна Себастьяна Баха, Иоганном Кристианом. Несмотря на разницу лет, оба вскоре стали большими друзьями. Нередко они импровизировали вместе и играли в 4 руки на 2 клавирах. Все, что он знал раньше, ничто по сравнению с тем, что он умеет сейчас. Писал о своем сыне Леопольд Моцарт. Соната фа-мажор для клавесина и скрипки в 3 частях. Thank you.
библиотечно счастливое детство. И вот он уже в Париже, ему 20 лет. Из письма к отцу. Переписка нот стоит мне здесь дешево. Я даю рукописи господину Веберу. У этого музыканта 15-летняя дочь, которая прекрасно поет. Ей недостает только умения играть, чтобы быть примадонной любого театра. Любила ли его Алоизия? Большие красивые глаза девушки смотрели на него так внимательно. Такие глаза, казалось, не могут лгать. Фантазия ре минор. Thank you.
история сохранила нам сведения о состязании между Моцартом и итальянским композитором Муцио Клементи, которое состоялось в Вене во дворце Хофбург. Это событие почтили своим присутствием великая княгиня Мария Федоровна и ее супруг, будущий император Павел I. Клементи позже вспоминал об этом. «Я до сих пор не слышал никого, в чьей игре было бы столько ума и грации». Как видно, впечатление оказалось неизгладимым. О том же говорят и 50 дукатов, отправленные императором Иосифом II Моцарту в качестве вознаграждения. Сумма весьма внушительная. Половина моцартовского годового оклада в Зальцбурге. Соревнование с Клементи стало лишь небольшим эпизодом моцартовской биографии. Соната ре-мажор для клавира в 4 руки в 3 частях. Thank you.
Господи, как я хочу написать оперу! Я завидую всем, кто пишет оперы. Я готов плакать, когда слышу оперную арию. Желание писать оперы – моя идея фикс. «Милосердие Тита» – одно из последних сочинений, написанных Вольфгангом за 18 дней. Премьера прошла неудачно, но, кажется, ему было все равно. О боги! Что за смятение царит в моем сердце? Я дрожу, я холодею. Любой порыв ветра, любая тень заставляет меня трепетать. О, Вителия, мне не хватает мужества поддержать твой гнев. Капитолий уже в огне. Я слышу смятение. Увы, мое раскаяние запоздало. О, боги! Спасите великолепие Рима! Или оборвите мои дни вместе с ним. Увертюра к опере «Милосердие Тита». Переложение для клавира в четыре руки. Thank you.
Ария Деспины из оперы «Così fan tutte» и ария Церлины из оперы «Дон Жуан». Thank you.
сделать счастливой свою жену, а не составить ее счастье со своей помощью. Знатные люди не смеют жениться по любви. Зато мы, простые люди, можем взять в жены ту, кого любим. 22-летний Вольфганг написал это в письме к отцу за 5 лет до женитьбы на Констанце, дочери театрального суфлера и переписчика нот Фридолина Вебера. Две части из большой мессы до минор. Thank you.
Thank you.
6 квартетов были написаны в Вене с 1782 по 85 год. Они были посвящены Йозефу Гайдну. За это время Гайдн и Моцарт подружились и иногда вместе играли квартеты в квартире Моцарта. Причем Гайдн играл на скрипке, а Моцарт на альте. Гайдн впервые услышал эти квартеты в собрании в доме Моцарта в 1785 году. Прослушав их все, он сделал ставшее известным замечание отцу Моцарта Леопольду. Перед Богом и как честный человек говорю вам, что ваш сын – величайший композитор, известный мне лично и по имени. У него есть вкус и, более того, глубочайшие познания в композиции. Струнный квартет «Ре минор» в четырех частях. Приложение для клавира в четыре руки.
Thank you.
комнате, грустно сказала сестра. Мы обязательно встретимся еще не раз, возразил Вольган. Вена не так уж далеко от Зальцбурга. Будете с папа приезжать в гости. Может быть, очень скоро на премьеру какой-нибудь моей новой оперы. А в Зальцбург ты больше не собираешься? Не знаю. Возможно, через год я окажусь в Лондоне или в Париже. А может быть, в Петербурге. Это русский город, где-то на севере. Говорят, там много снега. Не забывай нас, Вольфганг. Матет Абе Бернс, корпус, ре мажор, переложение для альта и клавира. Редактор.